Мешает реклама, нажмите крест. Ангел, привет. Полетели с новым машином. Всем привет. Это я снова, Антон, с вами на канале Антон Фриланс. Сегодня утро в Бангкоке. В Бангкоке я нахожусь. Сейчас нахожусь в хорошем отеле, пятизвездочном, у бассейна. Вот, ну не суть. Я сегодня хочу вам всем пожелать добра и счастья, чтобы вы поскорее просыпались. Как говорится, брали яйца в кулак, сиськи в руки и бегом по жизни маршем вперед, из матрицы вон, жить так, как хочется душе, выполнять свое предназначение, свою программу, вот, и бежать и радоваться по жизни, быть таким, какие вы есть на самом деле, так как вы душа, как душа хочет, так себя и ведите. И не надо ничего стесняться, волноваться, вот, делайте, что хотите. Ну, в пределах, конечно, разумного, вот, так как, я думаю, воспитали вас, вот, ну, это, в принципе, не суть, как вы считаете сами нужным, вот, и тогда вы добьете всего, чего хотите, вот, не надо сидеть в одном городе, потому что мы живем на планете Земля, она такая красивая, здесь очень много красивых мест, вот, Бангкок, кстати, большой красивый город, вот, здесь очень много тоже интересного, вот, но по мне так интересно только потому, что это все новое, вот, но я больше люблю природу, как говорится, натурализм, вот, ну, в Бангкоке, в центре города есть достаточно немного симпатичных больших парков, вот, я там люблю время проводить, вот, там, кстати, можно вообще весь день провести, потому что там есть все, и тренажеры, и беговые дорожки, и озеро, и поплавать, и на катамаране покататься, и йогой позаниматься, и покачаться, и в бассейне поплавать. Ой, все что угодно вообще. В общем, на целый день можно зависнуть. Вот. И, как говорится, природа. Большие парки тут есть. Как говорится, залезаешь туда в парк, и даже не ощущаешь, что ты в мегаполисе, в огромном городе, где столько разных небоскребов. Ну, смотрите. Это я вот сейчас, вот, можно сказать, в самом центре Бангкока. Вот здесь очень много отелей, всяких торговых комплексов, магазинов. Ну, в принципе, я думаю, как в принципе везде во всех городах. Вот так вот. Так что все в ваших руках. Вы можете путешествовать куда хотите. Как стартануть, я вам советую выбрать страну, куда вы хотите поехать подзаработать денежек, потому что я понимаю, сейчас кризис, и в России вообще особо много, я думаю, не заработаешь сейчас. Вот у меня друг уже сколько там, несколько месяцев, когда вернулся с Таиланда, так все толком, ну, как говорится, устраивался на работу, работал где-то увольняли, где-то сам уходил. Но говорит, что денег хватает вообще ни на что, то есть хватает только, чтобы снимать квартиру, на переезды с работы на работу, переезды очень дорогие, вот. Ну, что сказать, это матрица так заглатывает, система так диктует права, делает так, чтобы вы не могли самореализоваться, чтобы вы, как говорится, не думали о главном, о том, что надо Богу, вашей душе, вот, чтобы вы только думали о работе, о том, как обеспечить себя, семью и так далее, а о главном забывали думать. И вокруг все у нас так сделано специально, чтобы мы, как говорится, не думали не о главном, а думали о всякой ерунде. Ну, как говорится, может быть, это я так считаю, а вы, может быть, думаете, это нужно. Вот. Так что проснитесь, хватит думать не о том, чем надо. Вот. Может быть, я, конечно, сразу извиняюсь, может, я слишком грубовато говорю, но, честно говоря, уже немножко начинает доставать, что люди настолько подвержены системе, вот, ими управляют темные сущности, всякие лярвы, эгрегоры, там, ужасно, и демоны разные, и порой люди совершают такие ужасные поступки, что просто плакать хочется. Да.
Например, я видел, как тайц убивал собаку, ее посадил в мешок и палкой забил до смерти. Ужасно. А за что? За то, что она, может быть, как говорится, нагадила не в том месте. Вот. А все потому, что управляют людьми всякие демонические сущности, они привязываются к нам и сосут с нас энергию, давая нам, как говорится, сначала эйфорию, кайф какой-то, наркотик, например, там, покурил сигарету, релакснул, выпил там виски с друзьями, покайфовал час-два, веселуха, а потом, хоп, отдаешь свой кредит, отсыпаешься там, плохо себя чувствуешь, и в этот момент забирается много именно нашей, самой главной, жизненной энергии, можно сказать, ее так назвать, божественной. Вот, потому что только у нас она есть, у темных сущностей ее нету, и они забирают ее у нас, оставляя себе для жилья и отдавая более главным демонам. Так, кстати, и происходит борьба между светом и тьмой. Вот, а мы живем и не замечаем этого, потому что не чувствуете вы это, вы спите, и вот и все. Вот, а если вы начнете просыпаться, вы сразу, как говорится, начнете это ощущать, и сразу вообще поймете, что пиздец какой творится. Вот, и это сразу отобьет желание, там есть всякую падаль, гадость, гнилье и, как говорится, искусственное. Вот, и совершать необдуманные глупые поступки. Вот. Потому что, когда вы видите на самом деле правду, все поймете. Вот. То я вам и желаю, чтобы вы поскорее просыпались, видели то, что есть на самом деле, потому что жизнь очень прекрасна. И если вы живете по душе, по совести, то вам сразу открываются все секреты и все двери в вашей жизни, и каждый день становится все лучше и лучше. Такие приключения вообще, обалдеть. Вот у меня сейчас каждый день такие приключения, да, у меня особо ничего нету, я хожу без всякой сумки, без всего, просто вот так, как есть. Вот, даже порой и денег нету, но, знаете, когда вы, как говорится, на правильном направлении, то Бог и учителя, ангелы подкидывают такие интересные варианты, вещи, что просто мама не горюй. Вот, я сам даже порой удивляюсь каждый раз, что происходит со мной. Вот, кстати, вчера меня пригласила один тайский бангкокский канал, новости номер один называется, и я снимался в нескольких эпизодах. Вот про интернет, Wi-Fi в деревне, про одну семью, которая производит ананасы. Вот. Ну, собственно говоря, я вот как говорится, доберусь до ноутбука, вот, и смонтирую это видео, и, может быть, на недельке опубликую, и сами все увидите. Ну, было достаточно весело, интересно, появились много знакомых, и просто весело время провел. Ну, и заработал еще. Вот, заплатили $100. В принципе, хорошие деньги, вообще легкие деньги, обалдеть. Вот. Так что так вот, немножко себе рассказал, и я надеюсь, я донес вас до вас главное, что я хотел сказать, и вы меня услышали. Вот. Так что все, всего хорошего вам, а я пойду купаться. Удачи, пока-пока. Вот так.